Здравствуйте! Сегодня в эфире Энджи, меня зовут Диана, я руководитель отдела продаж. Сегодня у нас на обзоре будет Zeus Compact. Это самая популярная консоль управления световыми DMX-приборами в линейке Zeus. Данный пульт прекрасно подойдет для комплекта светового оборудования для театра, небольшого дома культуры или клуба. Zeus Compact позволяет подключить до 400 приборов с возможностью объединения их в группы. Управление приборами происходит через 1024 DMX-канала. На задней панели прибора находятся два физических выхода DMX512, а также MIDI вход-выход для синхронизации по тайм-коду. На передней панели находится USB-порт. Zeus Compact удобно за счет 7-дюймового сенсорного дисплея, 15 фейдеров контроля плейбеков и кнопок с возможностью регулировки цвета. Кроме того, в наличии полностью программируемый генератор эффектов с 5 уровнями приоритетности. Интерфейс Zeus Compact прост и понятен, а обучение работе с пультом не займет много времени. Для этого в комплект поставки специально входит подробный мануал на русском языке, 600 программируемых плейбеков на 40 страницах и неограниченное число шоу-файлов. Этого с лихвой хватит для проектировки и проведения комплексного представления в небольшом доме культуры или театре. Пульт эргономичный и легкий, масса всего 10 кг. Его можно без проблем переносить и располагать так, как удобно оператору. Если у вас возникли какие-либо вопросы, мы ждем вас в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на нас и ставьте лайк. С вами была Диана, Zeus Compact. Пока-пока!